Дальше, другой история. В Новом Завете. В Новом Завете книга Деяния, глава 19, стих 23. В то время произошел немалый мятеж против пути Господней, ибо никто серебряник им именем Димитрия, делавший серебряные храми. Артемиди и доставлющий художникам немалию прибыли. Собрав их и других подобных, ремесленников сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Азии –

Артемисе. Артемисе это тоже называет Диана. Ничего не будет значить и испровергнуться величие той, которая почитает все Азия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, Велика Артемида Эфеска. Еще раз. Велика Артемида Эфеская. Диана Эфеская. И вис город наполнил се сметенијем свативши македонијан гаја и артирака и аристахра спутников Павловик а не един монију устрајавшилис на зрелище. Ешо раз. Стиг 29. И вис город, и вси город наполнил се сметенијем свативши Македонијан Геја и Аристарха, спутников Павловик. А ни единодзунјушно устремилис на на зрелище. На зрелище. Тоа же самое. Павел Апостол здесь сказал, што не надо поклонять ето это идол. ето идол Артемиди или Дијана. Потому что наши люди тогда делают, что наши предники уже сделали в книге Еремии глава 44. А наш Бог наказал их. Он убил много наших предников тогда. То же самое Адама делает это, что наши предники сделали. Он послушал, он слушал его жена. Наш Бог заповедал, что что мужчины должны, мы должны слышать Иисус Христа, Мы должны забрать их законы, их инструкции и научить наших женщин или жена, жены этих все наши Бог законы. Не остальные народы законы. Дальше. Сейчас книга Еремии, глава 31, стих 22. книга пророка Еремия, глава 31, стих 22. Как долго ты будешь ходить? Дождь отступница. Это что наш Бог говорил Израиле люди. И наши люди сегодня. Как долго ты будешь ходить? Дождь отступница. Дальше. Ибо Господь сотворил на земле ничто новое. Женщина окружает мужчину. Почему он это сделал? Потому что мужчина это это как сказать это суждение для мужчины. Наша обязанность это что мы должны слушать и на, и читать это Библия, это инструкцию, это законы и научить наши женщины или жены это. Но что мы делали тогда? Мы это не сделали вообще. Мы это не сделали. Эти все не сделали. Поэтому он судил наши люди, наши мужчины тогда. Но это не зря сегодня. Сегодня это новый день. Израиль мужчины надо, вы все надо стоять и дело, что вы должны сделать, что наш Бог заповедал нас. Мы должны начать с нашей обязанности. Наши обязанности. Дальше. Это для женщины. Книга Исаия, глава 32, стих 9. Встаньте, вы, женщины, которые чувствуют себе свободно. Эти Женщины сегодня, вы думаете, что вы можете сделать, что вы хотите на мужчины. И они только будут сказать, извиняюсь, о, извините, и купить шоколад, э -э, купить э -э, свети на, как сказать, 8 марта, День Валентина, как вы хотите. Наш Бог сказал, что встаньте, вы женщины, которые чувствуют себя свободными. Услишиш мој голос, не брежнија дошери, внимај моји речи, многи дни и годи ви будете обеспокоени. Ви не брежнија, женщини, потому што винтаж потерпит неудаши. Собрание не придјот. Дрожите, женщини, дрожите, женщини, кои го споруваат. Шузвујат себе ни пренуѓени, ишораз, кое шузвујат себе ни пренуѓдена, ни пренуѓдена. Борите се ви безпечно, ви безпечно. Раздевайте и Ешо раз. раздевайте и обнажайте и вретите на шресла твои. Vi ne možete delati, kak vi izdelali ranši. Ostalni ljudi, može biti. No Izraeli ljudi ne vzijo. Eta nikakda dlja naši ljudi. To nikakda dlja naši ljudi. Dženšina, ljud. vi dožni delati, de što naši budi zapovedal vas. Nada zabrati vaši objezdnost i tože mušine. Obecam budu čitati. Сейчас, 1 Коринфянам, glava 12, stick three. Pervé corifina. glava stick three. hashutak je stobi visnali. stovi ishores ishores. shoras. zavieti pervé vunovom zaveti. perfect corifina. stick three. hashutak je stobi visnali. што всякому муже глава е Христос. жене глава е муж. а Христос глава е Бог, сами високи Бог. Знаеш што? У нас сами високи Бог, Его сен Јисус, чорни месија, чорни месија, а потом мужчина, а потом женщина. Ешо раз, стик 3.

Самый высокий Бог, Христос, женщина и мужчина. Это мерзость. Это нельзя. Это что мы делаем сегодня. Это что мы делаем сегодня. Наш Бог сказал, что это не мой закон. Его закон, это что мы только прочитали или читали в 1 Коринфянам глава 11 стих 3. Дзен джен, джен, Извиняюсь, женский день, 8 марта, это не наш Бог праздник. Это не наш Бог праздник. Это не наш Бог праздник. Это мерзость перед Его лицом. Еще раз, это зла перед Его лицом. Дальше, последний стик.

Кто Его народ? Книга Матфея, глава 2, стих 6. Там Он сказал, кто его народ или кто его люди, или книга Исаии, глава 44, стих 1. Его люди это только Израиле люди, только Израиле народы. Черные, молодцы люди, латиноамериканские люди и корейные американские люди. Не все люди. Никогда он сказал, что все люди, они мои народы. Еще раз, это его инструкция. Откровение, глава 18, стих 4. Я услышал я голос с неба, говорящий, выйдите от нее, выйдите от нее. От кто? От кого? От остальные народы, от их культуры, от их традиций. Выйдите от этих всех народ мой, чтобы не участвовать вам в греках ее и не порвегнуться я вам ее, что когда дом будет судить все эти народы. Вы, Израиле люди, не будете умирать. Надо обратиться от этих всех греков. Это его инструкция сегодня для моих людей. Ја веруваш тоа ви се слушаш тоа ја си воне научил ваз? Ето, овчин овчин важна, овчин важна. Коронавирус ета не COVID-19 ета не чиво, ета суждение чиво, не ета овчем маленки. Јес, баршој суждение идиот од Иисус Христос, од Библија ви може да слушат или ви може да читаат обетен

The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana. Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. I U I C, we deliver the truth.